Привет, меня зовут Назар Давыдов. Человек, который вам нужен, особенно в Турции. Смотрите в этом выпуске. Ну вот сейчас пойдем будем смотреть. Вот мы оказались в таком небольшом магазинчике. Нет, второе имя у него — секс-машина. О, вот так же, да? Вот это, да? Вот это джинсы? Давай, я понял. И почем они? А мы смотрели по интернету вашу передачу. Очень дофига полезных советов. Ну, значок пола. Это фирменный пол или тоже шьется здесь в Турции? Мы изделяем. Да. Не оригинально. Не оригинал, но хорошего качества. Тюркский оригинально. Я понял. Турецкий оригинал. Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у нас очередная передача из цикла обзорных передач, которая призвана сравнить и дать ответы на то, что же отличает турецкие курортные города Анталию от Алании. И сегодня, находясь в Алании, я вам покажу, как же выглядит базар туристический, в котором можно купить, начиная от туфлей, сапог, там суммы кожаных и все остальное, вот в подарок родным и близким, заканчивая более какими-то серьезными покупками, типа даже шуб, может быть. Сейчас все вместе с вами будем смотреть. И сравним это с базаром, который находится в Анталии. Я думаю, что это будет аналог базара, который находится в Каличи. Вот. И сейчас вот мы таким вот образом будем ходить вместе с вами и смотреть на то, как все здесь устроено. В принципе, на первый взгляд, никакой разницы по устройству нету. Также сидят, скучают продавцы, пока еще не начался туристический сезон на всю катушку, но уже есть предпосылки к тому, что здесь будет ажиотаж. Вот есть лавочки с всевозможными брелками, со всевозможными, вот обувь, пожалуйста. Вот обувь. Сейчас вот я вот посмотрю. А, Бунакадар? Бунакадар. Он лир. Он говорит, что 10 лир стоит такой. Вот здесь можно покупать достаточно недорогие вещи. Не всегда приветливые хозяева с утра пораньше, потому что я веду это все мероприятие с утра. Мираба. Хошболдук. Вот. Здесь, вы видите, хорошо, есть люди настроенные, которые уже проснулись, а есть, которые говорят: о, нет. Вот здесь, смотрите, какая уютная кафешка, всегда можно сориентироваться. Вот и здесь можно посидеть. Давайте посмотрим, что почем у нас вот в этой части. Здесь у нас Дон Дурма, айскрим. Накадар Дон Дурма? Дон Дурма? Он без лир. 15 лир стоит мороженое. Можно здесь посидеть и покушать. Тишкерлер. Посмотрим давайте теперь на вещи. Опять-таки сразу видно, что большое количество отдыхающих. И вы здесь, да? Да. Давайте такой, как вас зовут? Меня зовут Мехмед. Мехмед, очень приятно, Назар. А что у вас, вы расскажете, что у вас тут почем? Да, у нас джинсы есть почти за 30 долларов. Джинсы. За 30 долларов? Да. А это какие, вот такие вот? Ага, вы можете мне экскурсию сделать? Я сниму, покажу своим зрителям. Ага. Вы видите, как все гостеприимно, раз, и готовы мне показать. Да. Окей. Вот здесь мальчик. Ага. Его зовут Чекмус. Ага. Икинчи адамын да сөйлә. И второе имя у него — секс-машин. О, вот так вот, да. Хулиган. Да. Помогай ему, покажи джинсы, полки. Да. Покажите мне цены, что у вас почем, да. Да. Хорошо. Да, спасибо. Ну вот сейчас пойдем будем смотреть. Вот мы оказались в таком небольшом магазинчике. И секс-машина нас ведет показать, что у нас тут происходит. Вот мы отправились сразу вниз, причем это было не заготовлено. Видите, я шел-шел и нашел магазин, в котором сейчас вам покажу на его примере все цены, которые тут есть. Вот тут можно даже внутри курить. Вот так, здесь. Ага, вот, да, рассказывайте. Вот здесь мужские футболки, там мужские, да? Мужские, женские там, и джинсы. А почем? Вы можете мне сказать от и до? Вот, например, вот такая футболка. Можно 8 долларов, 10 долларов, разница. Ага, такая примерно 8, да, будет стоить? Да. Ага, можно я посмотрю? Да, конечно. Вот, покажите. Еще
белая, да? Я просто хочу качество посмотреть. Ну, качественно, нормально. Это где она шилась? Это в Турции, да? В Стамбуле. Да. У нас китайские вещи нет. Здесь считается, что турецкий текстиль лучше китайского. Это правда, действительно. В Турции достаточно хорошего качества текстиль. Так, давайте еще показывайте. Вот. О, давайте джинсы покажете. Сейчас мы скажем вам цены на джинсы. Вон там наши занимаются примеркой. Примерно $25, 30. 40. От 25 до 40 долларов, да? Да, еще 52 такое. Можешь мне показать самые дешевые? Ага. Еще есть. Вот такие сколько стоят? Подберем надо. Ну, 25 долларов, да? Да. Угу. 25 долларов примерно такие джинсы. Окей. Ага. Еще есть. Томли. Угу. А теперь покажите мне самые дорогие, если можно. Вот какие у вас самые дорогие джинсы? Рваны можно? Ну, давайте вот такого плана, как у меня. Вот. Рваны? Да, давайте такие. Хорошо. Это вот хорошего качества. Да, вот это еще, сколько стоит? Еще вот здесь. Или вот светлый. Рваны. Нет, давай здесь. Вот это. Ага. Это? Сколько это стоит? Да. Это можно. Еще одна, вот это еще по-моему. 55. Сколько? 55. 55, да? Угу. Это самые дорогие, да? Да. Ну, где-то того, да? Это тоже здесь делается, да? Да, из фабрики. Наш фабрик. Фабричное изготовление, джинсы хорошего качества, вот, хорошая фактура, $55. И, в принципе, если вы сюда придете, то, я думаю, вы сможете нормально объясниться, потому что почти все говорят на русском, да? Да. Говорите на русском. Отлично. Вон. Наши сограждане что-то уже выбрали. А можно вас спросить, а что вы выбрали? Вот это, да? Вот эти джинсы? Порвали, я понял. И почем они? How much? $100. $100. Вот так вот тут торгуются, вот так вот сходы, да. А вы откуда? Белоруссия. Из Белоруссии. Очень приятно. Меня зовут Назар. Меня Сергей. Очень приятно, очень Сергей. Приятно, как вам тут отдыхается? А? Я снимаю для своего влога. Абдуля, вы уже знаете, да? Ну, отлично. Вы выучили. Отлично. В отеле или свои... В отеле, да? Да. Отель, как... Анжелик. Анжелика, довольна? Ну, 50-50. В общем, мы там только ночуем. А, я понял. Какой-нибудь совет скажете? Вот меня смотрят многие люди, которые приезжают сюда отдыхать. А мы смотрели по интернету вашу передачу. Да вы что? Серьезно, вы снимали, да. Ну, мы перед тем, как ехать... В Иланию мы смотрели ваши передачи, нам очень понравилось, очень дофига полезных советов. Ух ты, спасибо. Ну, показывали пляж Клеопатру. Да. Ну, в общем, рассказывали, ну, прежде чем мы ехать, естественно, надо подготовиться. Ну да, да. Тем более в наше время, когда можно это делать с помощью техники. Взяли в интернете. А вас как зовут? Давайте знакомиться. Елена, очень приятно, Елена. У вас и канал Назар как-то называется. Да, Назар Давыдов. Давыдов. Все точно. Да, так что мы... Слушайте, ну вообще очень приятно. Красавчики. Вот буду помогать. Может, кому-то хотите привет передать? Привет. Ай, ну мы передаем по телефону. Все. Хорошо. Всего хорошего. Огромное вам спасибо. Очень, вообще неожиданная встреча. Не знал, что здесь встречу своих подписчиков и белорусов. Да. Ну, всего хорошего. Всего хорошего. Удачи. Всего. Приятного познакомиться. Вот видите, как оно бывает. Шел показать, что почем, и встретил своих подписчиков. Так, а вы мне покажите, пожалуйста, еще, друг мой любезный, что у вас еще есть из рубашек, например? Рубашки. Да, рубашки, давайте, идемте. Идемте, посмотрим. Так. Так. Рубашки одинаково есть, другие цвета тоже. Ага, и почем? Сколько они стоят? Примерно $13 и... 20, максимум $25. Максимум $25. А вот я смотрю, вот здесь вот значок пола. Это фирменный пол или тоже шьется здесь в Турции? Мы изделяем. Да. Не оригинально. Не оригинал, но хорошего качества. Турецкий оригинально. Я понял. Турецкий оригинал. Да. То есть вы честно об этом говорят, но качество хорошее. Поэтому я даже вот вижу там и упаковки, и все. Вон, написано пола. Это не говорят о том, что это оригинал. Говорят все по-честному. Но
и фактура, и пошив. Ну, конечно, есть свои нюансы небольшие. Вот, вот например, вот есть такие, ну, не оригинал, ничего. Можно подрезать и все. Спасибо, Тичка. Оригинал. Да, оригинал, да, спасибо. Так, идемте дальше. О, тут каких только денег нету. Все, и гривны, и рубли. Так, а кошельки мне покажете, почем у вас? Кошельки. Кошельки это можно $10. $10 такие кошельки. Да. Ага. Кожаная. Настоящая кожа, да? Я покажу тебе. Ага, да. Покажу. Ага. Кожа. Если не. Так, а должен быть запах. Да? Угу. Кожа. То, так проверяется, да? То есть надо поджечь, и что тогда должно быть? Оно не должно сгореть? Посмотри, это кожа. То есть если поджигать и не горит, значит кожа, да? Да. Реальная кожа. Это. Отлично. Да. $10. Ну, вот теперь вы знаете. Это минимум $35. Угу. У нас много нету, я даю $10. Угу, я понял. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну я признаю. А вот последний вопрос по поводу курток. Зимняя куртка. Да. Вот сколько примерно такая стоит? $50, 60, 80, 70, вот так. От 50 до $100, да. Скажем так, в среднем, да правильно? Да. От 50 до $100 такие куртки есть. Да. Вон, если такие, как для космонавтов. Да. Да. А те, как для космонавтов, для женщин, сколько стоят? Это можно, наверное, $80. Вот такие куртки, где-то около $80. Да. Вон, там еще есть дальше второй это этаж. Ну хорошо, спасибо большое. Пойду спасибо дальше. Вам. Удачи. Кологесин. Гришерюс. Так. Идем дальше. Видите, как получилось очень даже незапланированно встретил своих подписчиков. Я думаю, что вы видели, что они тоже покупают здесь одежду, хотя приехали поотдыхать. Давайте поблагодарим завала. Тачикуляр, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Очень много кто говорит на русском, английском, немецком, потому что иностранцы здесь уже давно обосновались, приезжают сюда реально толпами. Большой разницы с Анталией я не почувствовал. Вот. И я вот подхожу к обменному ларьку, назовем это так. Курс обмена валют, заодно вам скажу. Курс доллара сегодня 5,9, и евро 6,6 за одну лиру, точнее за $1 дают 5,9 турецких лир, и за 1 евро дают 6,6 тех же самых турецких лир. Вот тут на колонне обклеено все рублями, чтобы было понятно. И вот так вот шутками-прибаутками мы дошли с вами до центральной улицы Ататюрка. У нас как вот есть улица Ленина, тут улица Ататюрка. Дом кожи, вот мы только что оттуда, это фасадная часть этого мероприятия. Здесь кругом есть подобные магазины, в которых можно купить все, что вам понадобится. В Каличи можете, кстати, пройти и посмотреть обзор этого рынка. Примерно все то же самое, но здесь пространство больше. И мне показалось, что этот базар, ну, не меньше, хотя, в принципе, Анталия – полуторамиллионный город, а Алания всего лишь 100-тысячный. То есть по проценту, я думаю, достаточно много здесь по соотношению процентному площадь к проживающим людям. Ну, вот если брать и рассчитать рынок, мне кажется, очень даже большой рынок в Алании. Большое спасибо за то, что смотрите. Непременно пишите, по каким параметрам еще сравнить Анталию с Аланией. Всего лишь 140 километров разницы в этих двух городах, но очень много всего, что отличает эти два города. Если надумаете приехать отдохнуть или пожить, не стесняйтесь, обращайтесь. Ну а я с вами пока говорю пока. Виндондейма, ассаляме, гейдо, гиле, гиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока. Самый дешевый. Я вас не показываю.
Спасибо вам за понимание. Да. Вот таким вам планом. Вот мне вот такого плана подороже покажите. Вот такие вам планы можно? Вот. Мы соскучились по салу. Еда вся включена, а сало не было. И вчера до 9 мая сало. С праздником, кстати, с Днем Победы. И вас, да, да, это всего хорошего.